Нижегородская сборная по боевому самбо примет участие в чемпионате России, который в этом году пройдет в Петрозаводске. Стартовые схватки турнира начались уже сегодня. В этом году в составе команды 18 спортсменов, из них 15 воспитанников Кстовской школы, двое выксунцев и по одному из Нижнего Новгорода и Дзержинска. В этом году в составе областной сборной есть заметные изменения. Лидер команды Вячеслав Василевский пропускает спортивный сезон, так как подписал контракт на несколько профессиональных боев. Первый из них совпадает с чемпионатом России. По заверениям Вячеслава, в 2017 году он планирует вернуться в любительский спорт. Григорий Ожигин, Объективно спорт, ННТВ.